Устроить всех поиск работы по специальности иногда превращается в непосильную задачу. Эксперты связывают это с разницей в спросе и предложении на рынке труда. Отмечают, часто соискателям приходится, если не менять профессию, то проходить спецкурсы для повышения уровня знаний. Сделать это можно в центрах переобучения. В городе таких несколько. Работу одного из центров Жовтневого района проверил заместитель мэра Юрий Коптюх. Этот центр работает на базе Запорожского вуза. Тут занимается 1300 человек по 30 разным направлениям. В центре отмечают, чаще всего приходится обучать соискателей веб-дизайну и бухгалтерскому учету. А также проходит повышение квалификации по специальностям в богословии, педагогика высшей школы, по специальности медиаосвета. Медиаграмотность. Сегодня мы занимаемся лицензированием еще такой специальности, как интерьерный дизайн и ландшафтный дизайн, то, что сегодня пользуется спросом. В среднем курс по повышению квалификации безработных длится от 2 месяца до полугода. В центре отмечают, занятия бесплатные. Также тут действует специальная программа по получению второй специальности. Так называемая программа 45+, рассчитана не только на безработных, это рассчитано для всех, скажем так, граждан. И любой человек может обратиться в службу занятости и получить такой ваучер на обучение. В рамках инициатив президента мы отрабатываем все возможности для того, чтобы вот такой демпфер, который позволял бы людям, которые оказались временно безработными, получить соответствующую переквалификацию и прийти уже работать для того, чтобы можно было зарабатывать деньги. По окончанию лекции все слушатели сдают экзамен и получают сертификат о втором образовании или о повышении квалификации специалиста. В центре занятости уверяют, такие курсы помогают соискателям выдерживать конкуренцию на рынке труда.